Мы с колопаткой распределяем начинку. Здесь у нас яблоки и сахар. Все очень ровно, быстро, красиво. И смотрите, какой тесто у нас получилось. Сейчас. Такая красота. Почему есть такой носик, поэтому мы можем какую-то часть массы равномерно распределить уже из кувшина, а потом силиконовым скребочком. Смотрите, для того, чтобы очистить, скатить венчики, да, вставляем и в обратную сторону. Наберу скорость. Все, чистое. А тут мы сейчас соберем еще целую ложечку. Ковка у нас уже разогрета на 180 градусов. У кого есть прямоугольный противень, там, конечно, уже все должно быть на нем. А у кого нет, тот должен изловчиться. Отлично, мастерство. Все, духовка у нас готова. Ставим.